Всем привет, я Юлия Андреева. Прогноз погоды на вторник, 17 сентября, представляет салон «Штор Белая река». Классический стиль, а может и немного кичи. Быть может, индивидуальная форма. Сотни вариантов того, как будет выглядеть ваша квартира, можно найти в магазине «Белая река». Шторы как украшение дома. Во вторник столбик термометра на территории Кировской области будет колебаться от 8 до 13 градусов. Тепла будет пасмурно и, конечно же, не обойтись без дождей. В Кирове во вторник будет пасмурно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, температура воздуха днем 10-11 градусов тепла, ночью ожидается плюс 7-8. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба, ветер подует юго-западный со скоростью до 3 метров в секунду. Влажность воздуха 82%, магнитное поле спокойное. А в жилом комплексе «Васильки» от группы компаний «Железно» хорошая погода в любой день недели. Продолжительность светового дня во вторник составит 12 часов 43 минуты, луна убывающая. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на вторник, 17 сентября. Пока! Мы всегда думаем о человеке. Купите квартиру в суперсовременном жилом комплексе «Знак» от застройщика «Железно». А место для хранения вещей, личную кладовую, получите в подарок. Жить в комфорте – это «Знак». «Железно» строим для счастья. Три пятерки, три восьмерки.